Дорогие друзья, приветствую всех на канале компании «Купи салон». Меня зовут Алексей Крыловецкий, и я буду вам сегодня рассказывать об автомобиле «Мини Купер». Стандартный набор, без дверных вставок, это два ряда сидений, центральный подлокотник, выполненный из эко-кожи, светло-светло-серый, практически устричного цвета или слоновой кости, кто как называет его, но швов на этих сиденьях невероятное количество, поэтому сшить такую машину, хотя она и маленькая, сложнее, чем, ну, скажем, какой-нибудь более солидный, просторный лимузин. И здесь, я думаю, мы не сплоховали. Посмотрите на то, как натянута кожа, насколько ровные отстрочки. Это и есть основной критерий качества, на что все обращают внимание. Ну и, конечно же, машинка повеселела. Я постоянно говорю о том, что не надо бояться использовать светлый цвет кожи. В данном случае это эко-кожа, она легко моется, чистится, она очень долговечна, и она дает возможность почувствовать себя в более приподнятом настроении, особенно передвигаясь в машине темными осенними, зимними вечерами, утрами и днями, потому что зимой у нас даже днем несколько часов всего-навсего светлых. Потому в этой машине будет как-то поуютнее и попросторнее. Себе бы я бы взял то же самое. А вот стоило ли добавить в эти сиденья, ну, например, вентиляцию, потому что площадь соприкосновения большая, и летом будет не так комфортно ездить, как зимой? Пожалуй, да. Поясничная опора, может быть, массаж на любителя. В любом случае, все это мы можем сделать. Но вот что точно совершенно пользуется большим спросом и популярностью владельцев автомобилей мини, это установка подогрева в руль. И вот эту опцию мы устанавливаем как никто профессионально. Абсолютно идентично заводу-изготовителю, равномерно, быстро нагревающийся элемент. Как обычно, ссылочка будет вот где-то здесь. Ну и если вам эта машина понравилась, не стесняемся, задаем вопрос, оставляем комментарий, связываемся с нами по телефону, который, как обычно, в описании к этому видеоролику. И, конечно же, будем с вами на связи. Подписывайтесь на наши аккаунты в Instagram, ВКонтакте, Facebook, drive2.ru. Мы ждем вас, смотрите наши истории. Ну и, конечно же, лайкайте. Удачи, пока!